друзья. У меня в гостях суперспециалист по ножам. Вот, мой друг, мой земляк Олег Сыроватко. Вот, у нас позади многолетняя дружба. Вот так. И сотрудничество. В данном случае он представляет в себя уникального специалиста по ножам. Он делает, наверное, я сам покажу. Ты сиди. Он делает ножи охотничьи, столовые. Вот, уникальные вещи, в руках подержать одно удовольствие. Мы не собирались их рекламировать. Мы собирались похвастаться. Вот, ну и подумаешь. Якутский нож. Якутский нож. Цена таких ножей 5000 рублей где-то. Так? Теперь мы собрались по другому поводу. Я, даже расскажи, как ты на меня вышел. Неделю назад, на этой неделе, я смотрел вебинар. Очередной вечером смотрю, и там обсуждалась тема, была... Неважно, где-то в середине фильма двое мужчин начали обсуждать тему ножей садовых. И, то есть... В России ножей у нас хороших не выпускают, что их нету. Китайские, которые с Алиэкспресс и Валберис выписывают, они что-то себя плохо показали, сталь плохая и то а и все. Цена? А цена там и 700, и 800, и 1000. Но самый дорогой нож, это я смотрел, итальянская фирма Бола Бола, либо Бло Бло, что-то как-то так. Ну, короче, два буйла она называется. Там цена идет от 8000. Ну, где-то 8000-7000. Я посмотрел, да, и... Что-то мне так как-то грустно стало за наших садоводов. Я думаю, почему бы не изготовить для людей хороший нож. То есть это инструмент. То есть это инструмент садовода. Вот. Ну и взялся за это дело и не сделал. Да. А в чем секрет, в чем хитрость? Может, я дальше скажу. Дальше Сыроватко позвонил мне, Железову, сказал... Я могу делать такие ножи. И дешевле, чем те 8000-ки. Кстати, дешевле 8000 любой нож уже умудрялись покупать по 6, по 8 тысяч двусторонней заточкой. А это один такой мне подарили. А это уже можно сразу или выкинуть, или хлеб резать. Только хлеб. Вот так получается. Теперь я пожаловался, сказал Сыроватко. Мало того, что с ножами проблема. Левши вообще не могут иметь ножей, потому что не предусматривает промышленность, даже западная, ножи для левшей. И вот они, первые два ножа для левшей. Дай-ка я займу твое место. Вот, все-таки, кто из нас садовод? Со стажем 40 лет. Итак, я возьму очень неумело левой рукой, левой, так, и проверю, что из этого получится? Аккуратно палец не отпустит. Вот она. Одно движение, идеальный срез. Все дальше можно... Ну ладно, еще одно. Вот. Хотя это для меня крайне неудобно. Вот она. Все. Левши, экзамен, не экзамен, как называется? Не знаю, как это. Тест-драйв. Да? Или слово такое, не знаю. Ну, испытание закончено. Дальше можно не продолжать. Я покажу еще вот так вот. А, давай. Кончай, ты лучше останешься. Вот этот нож, он бруит. Ты что добьешься, что женщины купят для того, чтобы делать себе... Как это называется, забыл? Не знаю. Когда бреют. Забыл. Депиляция или как? Депиляция. Нет, там надо вырывать. Да. Слушай, Атося. Что такое? Тогда давай цену загибай. Нет, давайте так, ребята. Это первый нож, он не будет дорогим. Вот. Он будет стоить всего, учитывая, что его качество... Как минимум повторяет Зеллинген и прочие фирмы, где вообще цена запредельная. Он будет для первого покупать, он будет стоить 3000 рублей. Вот. Олег сомневается, что купит, а я не сомневаюсь. У меня же все-таки рука на пульсе. Ну, будем смотреть. Я купаюсь в этом мире садовом. Итак, второй нож. Дальше заготовок сколько еще под левого? Под левую руку. Не, ну, под левую это уже редкость. Я просто два для левши сделал, потому что это как бы дефицит. А еще несколько заготовок. Ну, есть заготовки, но надо будет я сделать. Но сейчас в основном буду... Но если будут заказы, сделаешь, то я, по моему звонку, сутки двое. Да. Кстати, долго делаются, да? Не, ну, за сутки я не сделаю. Мне же ночью спать надо. Ну, тогда, получается, мы дешево продаем. Два дня.
Ну давай первую партию пойдет, несколько первых ножей по 3000. Будет спрос, до 4, до 5 догоним. Все равно это уникальная вещь, я считаю. Значит, обговорили мы эту тему. Так. Вот. Получается, что значит, я выставлю этот фильм у себя. Я его назову специально, громко. Я держу в руках уникальную вещь, уж мне поверьте, только что для левшей. Вот, держу уникальную вещь, так. Что, правда? Ну-ка, сейчас я себе поврею. Смотри, аккуратно. Вот так, наискосок. Слушай, наискосок. Лучше бритвы этой, зеленговской. Ё-моё. Вот я превращаюсь в такого же, как вот по телевизору, там несколько каналов. Помнишь? Покупаете. Все. Я выставляю на этом самом в Ютубе, так? Вот. Называю громко-громко, супер-ножи, супер-специалисты, а там вот, увидят вот это все. Теперь еще сделал несколько фотографий для других каналов. Вот эти же ножи, так? И твою скромную физиономию, извини за выражение. Нож, рукоять сделана из березы, кап березы, или сувель его правильно называют. Нож 2 сантиметра, он сделан чуть-чуть пошире вот этих ножей, чтобы срез был ровненький, идеальный срез. Отполированный до зеркального блеска, рукоять сама пропитана там воском, не фольт, специальный мастик у меня есть для ножей. Ну и чехол кожный, так, для безопасности. Еще сделан. И чехол. Не, ну а как же, это же складники, там его сложил и все, а это же все-таки бритва, это опасно. Ну и как-то так смотрится получше. Так, мне кажется, Олег, запись получилась, зря ты переживал, я скромный. 30 лет назад надо было, может еще, а сейчас не выживешь. 2 дня делать нож и продать его дешевле 3000. Ну а сюда входит и это, и пересылка. Да, мотош. Допустим, 3000 пока с пересылкой. Да. Так? То есть фактически он будет 2,5. Нормально. Теперь так, друзья. Не, я говорю, я... Сейчас еще... Это тоже коммерция. Вот здесь вот у меня... Вот здесь уникальные черенки. Вот здесь уникальные черенки. Есть уникальные черенки. Ну, что там написано? Ради интереса. Так, абрикос королевский. О, это тот самый первый абрикос вырастил в Сибири Железов. Да считайте во всей России, это Франция. И вот получается, что, значит, вот такой нож, ну пусть это первые 2 ножа для левши. 3-й, 4-й, 5-й пойдет для нас правшей. Так. Яблоко жигулевское. Король сада я называю. Ну и так далее. Значит, желательно брать вместе с черенками. Почему? У черенков есть одно качество. Они все разной плотности. Так. Каждому надо приспособиться. Пока ты вот так вот. Я теперь беру. Как делается? Это тоже продолжение рекламы. Где тот нож второй? Вот он. Вот это нож, который мне подарили как прививочный. Заточка на 2 стороны. И вот я начинаю издеваться над черенком. Вот так. И любой человек, который не приспособился к этому. Вот смотрите, что за ножи. Прививочно написано было. Смотрите. Вот. И в это время заканчивается ценная часть черенка. То есть нижняя. Вот эта нижняя часть черенка заканчивается. Значит, именно такой нож, это 2 движения, если... 1 движение, если косой срез, 2 движения, если клин делаешь. И тогда получается идеальное механическое совмещение. Дальше должно быть еще биологическое совмещение. Но это уже тема другого разговора. Значит, вот это вот еще вчера, если бы он случайно Сыроватка не увидел бы мой фильм про это, который я выставил в этом в Ютубе, то и не было бы этого разговора, и не делал бы эти ножи. Вот это я называю супернож. Вот. Настоящий супернож. Я это уже, ну как. Ну есть у меня зеленген, но извините, сейчас попробую закажи, 15 тысяч выложишь. Ты еще ничего не известно, уже говорят поделки пошли. Под зеленген. Понятно. Китайский, а это что? За него не, там 15 тысяч? Я качество гарантирую и как бы стараюсь, чтобы человек взял, не разочаровался в этом инструменте. То есть это инструмент. То есть в любом деле можно взять болгарку китайскую и можно взять хорошую немецкую там макиту или японскую и все. И почувствовать разницу. Так,
Олег, я подержал в руках эти два ножа. Это я теперь гарант. Значит, мое слово много значит в этом мире. Да. Садовым. Вот. И я никогда бы, меня бы язык себе отрезал вот этим тупым ножом, вот этим вот, да, который, вот, а, кстати, тот, который с кривизной, 1200 стоит, да? Уже, нет, к примеру. А тут еще хуже этого. И получается, что никогда, клянусь Богом, я бы не стал рекламировать то, чего не уверен. Ну что, друзья, давайте заканчивать разговор. Это получается так же, как включаешь телевизор, а тебя долбят. Но мы делали от души. Из пустого порожнего переливали. Вот. Просто коротко и ясно. Да. На этом мы заканчиваем разговор. Вот. Левши, жду от вас заказ на первые два ножа. А тебя, Олег, дружище, я жду еще несколько ножей. Вот. И мы можем повторить еще один фильм, когда правши... Во! Сделаешь под правшей, под нас, еще кино снимем. Хорошо. До свидания, друзья.